Вот наш отель. Мы пошли сейчас гулять и покажу вам, на каком расстоянии у нас находится метро. Вот, видите, стеклянное такое сооружение, это метро. Так что идти до метро всего лишь чуть-чуть. Так. А, иди сюда. Вот такую забавную картинку я здесь увидела. Вот мы стоим возле метро, мы ждем лифт, который нас пустит вниз в метро. Вот. Курить на станции нельзя, и вот вам покажу, какие станции здесь. Еще мы одну вещь заметили. Сегодня воскресенье, а народу никого нету. Пустынная станция какая-то. Одна вещь еще у нас огорчила, то, что в воскресенье все магазины закрыты. Давать. И то, что продуктовые магазины все закрываются слишком рано. Вот. Итак, мы приехали в собор Святого Стефана. Самый центр города. Да. Мы вчера сюда не попали, потому что было слишком рано. И нас попросили прийти часов в 9 утра. Но мы были целый день заняты, поэтому не смогли. Так что мы сейчас попытаемся второй раз. Кстати, Луне 24, Олечке из Питера передаю привет. И сейчас я выполню твою просьбу, я поставлю свечку. Мы сейчас идем по центральной торговой улице. К сожалению, все магазины закрыты. Сегодня воскресенье, поэтому все закрыто. Но мы решили все равно сегодня пойти гулять дальше. На этом мы не будем останавливаться. У нас сегодня очень много планов. Улицы, как вы видите, пустынные. Сейчас утро. Народ еще только встает потихонечку. Так что я выполнила просьбу, которую мне просил сделать Луна 24. Я поставила свечку в церкви Святого Стефана. Вот. Так что я хочу передать всем девчонкам привет. Турции, Дании, Греции. Аннушке Штедерман и многим-многим. Магазин сувенирчиков. Самый примечательный здесь Моцарт сувенир. Это у нас Норд Си. Креветки. Сейчас вам покажу. Много-много креветок. Самообслуживание. Это магазин Сваровски. Вот, девушка качается на качелях. О. Качели сделаны из перышка. Еще один магазинчик закрыт, не работает в воскресенье. Мы продолжаем свой путь. Вот, здесь очень красивая такая реклама в виде девушки. Очень красивая. Вот. Кстати, приехало очень много русских. Такое впечатление, что все праздники ноябрьские, все поехали в Вену. Вадим вчера гулял вечером по улице и очень много наблюдал людей из Москвы. Как Вадим сейчас сказал, это знаменитый Захер. Вот. Вечером я тут проходил и слушал. Итак, только что мы побывали в кафе Захер. Попробовали торт Захер. Ну, ничего особенного, он того особо не стоит. Обычный шоколадный торт. По вечерам здесь стоит очень длинная очередь. Вот, сиденья неудобные, высокие. В общем, так, место больше понтов, чем оно на самом деле. Все. Напротив Starbucks примерно то же самое. Это музыкальный туалет. Он находится в переходе. Ну,
Дальше покажу немножко витрины, которые находятся в переходе. Мы просто сейчас приходим через дорогу. Как бы не через дорогу, то есть подземный переход. Вот. Покажу вам, что здесь есть. Это здание оперы. Помнишь, мы заходили, смотрели на оперу? Много ярусов. Есть такое интересное место, здесь можно где-то купить коляску, чтобы она не уехала. Чтобы дверь открылась, трамвай, нужно нажать на кнопочку, и тогда дверь откроется. Парковка для велосипедов. Ну, не парковка, а аренда. Аренда? Да, можно взять на прокат велосипед. За деньги. Мы сейчас ехали на таком трамвае. Мы приехали сейчас в Зимний дворец. Мы вчера были в Летнем, а вот сейчас решили посетить Зимний дворец. Сейчас Вадим стоит в кассу купить билеты. Вот такая очередь.